Сан Саныч и талант. Горошечка, можно немножко вот сюда? А? Какой счет? 11-3. Невероятный счет. Да, Сан Саныч. Он сейчас пошел немножко психологически разгрузиться, сейчас вернется. 3-1. А, он пошел погулять, да? Тут солнце светит. Играет зимой, летом, в любую погоду. Еще достигли хорошего потенциала. Вот это подарили, да? 3-12. Счет 3-12. Никто не дарил. Ведет талант. Наташа, помоги мне, пожалуйста. 12-3. Мы попали в край. 12-3. 12-3. А Сан Саныч пошел за шариком погулять. Ты не участвуешь. 13-3. 13-3. Сейчас все мы закончим. 13-3. 13-3. Он подавает. Все, теперь важно. Что у нас тут смотрит? Какой счет? 4-13. Сан Саныч решил отыграться. Я 7 набрал. У меня на 7 идет. Не могу, все. 13-5. Да, Ульни, смотри, как выходит. Сан Саныч нагоняет, медленно, но верно. А что же надо ракету об стол бить? Я не знаю. Я раньше с нее гасил. А сейчас она начала уходить. Я слышу. Пока я снимаю, да? Сейчас турнир. Держу подачу. Хитрит, троит. Ладно, как ты выбрался? Сан Саныч, ну что теперь сделаешь? Что? Так, Сан Саныч, счет какой? Вот так стоит. Ну нет, все, сетка виновата. Счет какой? Иду, я с талантом. Талант? Талант и Сан Саныч. С каким счетом Сан Саныч проиграл? 5 на 5 очков. 5-15. Ага, хорошо.